Космонавты в интересном положении. Жители Челябинска требуют демонтировать памятник беременной Валентине Терешковой. Монумент установили еще в 2019 году в детском парке рядом с Комсомольской площадью. По задумке скульптора, фигура держит в руках шлем. Однако многие челябинцы заметили, что он смотрится как живот беременной женщины и попросили убрать памятник из сквера. Эту инициативу поддержали даже депутаты. Нужно демонтировать памятник, который установили в сквере имени Терешковой. По причине того, что просто некачественная работа. Та скульптура, которую сделали эти горе-скульпторы, совершенно не походит на Терешкову. И, конечно, его нужно демонтировать и поставить нормальную скульптуру. Известно, что работы выполняла фирма, которая занимается строительством и до этого сотрудничала с фондом капремонта. Вопросы возникли и к другим установленным скульптурам. Фигуры белки и стрелки некоторые челябинцы прозвали монстриками. Вся композиция в парке обошлась городскому бюджету в 27 миллионов рублей.